Популярность и слава меня не интересуют. Признание и уважение ничего не значит. Я живу как в царстве зверей. Я выхожу на ринг, чтобы забрать жизнь другого человека и накормить моих людей этим мертвым телом. Я здесь, чтобы убивать. А потом... Потом появились его друзья. Их было 6. Ну и они надрали мне задницу. Не во всех случаях я хотел драться, но это случалось снова и снова. Так что я решил, что хочу узнать, как драться правильно, чтобы оставаться в безопасности и не попасть в беду. Поэтому я попал в этот спорт. И поэтому же большинство молодых парней попадают в спорт. Раньше я работала. Много часов каждый день. Была секретарем в больнице. Иногда мы даже не виделись с Конором. Но когда я его возила в зал или забирала его оттуда, мы слушали музыку, и он говорил мне, что мы будем жить прекрасной жизнью. Я помню эти слова до сих пор. Она была со мной в самом начале этого пути. Я всегда говорил ей, что освобожу ее от работы, что ей никогда больше не придется работать. Я всегда рассказывал ей о своих мечтах, и она слушала меня. Я просто знала. Я всегда знала, что он достигнет того, чего он хочет. Я просто верила в него. Я и Влад. Неплохо, правда? Я обожаю Путина. Он крутой мужик. Я знаю, что русские сильные люди. Они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует. Поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств. Поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая.